Против саранчевых вредителей в Дагестане обработано более 9 тысяч гектаров сельхозугодий. Это связано с их массовым распространением в северной зоне республики. На пастбищах и сенокосах сейчас активно размножается марокская саранча. Отмечу, что развиваются насекомые в тростниковых плавнях таких рек, как Терек, Сулак и в акватории Каспийского моря, а также в Кочубейской зоне отгонного животноводства в Тарумовском, Кизлярском, Бабаюртовском районах. Вполне возможно, что саранча может распространиться на сельхозугодия других муниципалитетов.